Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Оказывается, многие привычные нам в быту вещи можно применять в самых разных ситуациях. Например, зубная паста. Даже дети отлично знают, что с ее помощью мы приводим наши зубы в порядок. Но вряд ли кто знает, что зубная паста может быть отличной заменой дорогим чистящим средством. В процессе приготовления пищи кухонная плита теряет свой блеск и первоначальную красоту. Конечно, чтобы привести ее в порядок, можно сходить в магазин и купить специальные средства. Правда, не всегда хватает на них денег. Что же делать? Ведь любой хозяйке хочется, чтобы плита всегда сверкала чистотой. Я долго покупала различные средства для очищения от жира и грязи плиты, но по тем или иным причинам они меня не устраивали. Однажды, когда я была в гостях у сестры, то обратила внимание, насколько у нее великолепно выглядит плита. Я поинтересовалась, как ей удается добиваться таких поразительных результатов. Ответ сестры повергнул меня в шоковое состояние. Она не тратит деньги на дорогостоящие чистящие средства, а использует самую обычную зубную пасту. Нам понадобится еще средство для мытья посуды. Наносим небольшое количество средства на губку и протираем плиту, удаляя загрязнения. Затем оставляем на несколько минут. После этого чистой губкой тщательно протираем плиту, убирая средства и остатки загрязнений. Выдавливаем небольшое количество зубной пасты на губку и наносим на всю поверхность плиты. Оставляем на 5-10 минут, в сильно запущенных случаях пасту можно оставить на плите подольше. Снова берем губку, она должна быть немного влажной, убираем пасту с плиты. Остатки пасты можно вытереть бумажным полотенцем, ваша плита будет как новенькая. Зубная паста просто необходимая вещь в доме, ведь с ее помощью поддерживается не только гигиена зубов, но и чистота плиты. А как ты чистишь от загрязнения свою плиту? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.